Какой, ребята? Новый год. Какой? Подскажи своим сестричкам, какой праздник? Новый год! А давайте я загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. Договорились? Я так замерзла. У вас тут так тепленько, мне так нравится. Я тепла не потерплю. Закручу метели. Все поляны потерплю. Еще! Еще! Здравствуйте, ребятки! Пока к вам дошел, чуть во враг не свалился. Современный Дед Мороз. Дедушка, я впервые пришла, потому что я хотела согреться. Тут так тепленько, дедушка. Да, я с подарочками. Да, дедушка? Да. А ты знаешь, что эти красивые девчонки разгадали все мои загадки? Ничего себе! Они такие умные. С днём рука повторяем. Нагреваем, лепим лепестком большой. И еще раз нагреваем, лепим лепестком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим брови, и длиннющий нос мордой. Ага, молодцы. Снег руками нагреваем, лепим лепинком большой. И еще раз нагреваем, лепим лепинком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим... Раз, два, три! Опа! Еще раз! Опа! Молодцы, сестра! Еще раз! Опа! Молодцы, ребята! Ваня, что... Опа! Были здоровые! Опа! Послушные! Опа! Красивые, дедушка! Красивые! Счастливые! Опа! Еще раз! Еще раз! Не так и слово! И чтобы вы слушали цифры! Да? Будет слушаться? О, молодцы! И давайте еще раз просто так. Еще раз? С папой. Все готовы? Ну пошли. Опа! А теперь ножки вперед. Опа! Опа! Молодцы! Вот молодцы, пошли. Старика утомили. Дедушка, ну присядь, пожалуйста. О, дайте вот присядь. А вы знаете, какое это стихотворение? Коленка-то вот такой старый. Давай, что-то я уже плохо слышу. Расскажи, дедушка. Расскажу стишок. А ну давай, давай. Какой ты знаешь?
Знову Рене, давай. На полену зустрічає. Сотні радісних ходи. Сотні радісних ходи. Сотні радісних ходи. Знов кого льозова зайці, чи ящик дітей. Ой, молоді! Ти даш ти маленькі крошки подарунок? Да, щас, непременно. Ведь вона мучила стішок. Такі великі подарки, видиш, даже в карманчик не влазить. Ох. Иди принимай подарки. Что ты записала в письме? Что ты записала? Ну рассказывай Дедушке Морозу. Скажи. А то седая моя голова уже не помнит. Скажи, много писала. Ну говори. Писала мне на лицо, и мне подарит подарки. А какие? Что ты хотела? Хотела обычные. А машинку ты хотела? Машину крутую писали? Кабриолет, да. Большую крутую машину. Тогда. А еще что ты просила? Что ты еще просила? А ну-ка, не посмотри. Вспоминай. Для куколок. Для куколок. Ванную? Ванную и туалет. Ну? Тоби, пожалуйста, ванная. Держи. Молодцы, ребята, молодцы. Натанцевались с вами, навеселились. Ну что, сфотографируемся на память? Да, давай. Давайте.